Привет, меня зовут Павел Герасимов. На улице сейчас всего лишь плюс 12 градусов и дует свежий ветерок. Но я все равно решился выполнить Ice Bucket Challenge. Вот столько вот льда мы заготовили. 9 пакетов. На счет 3. Раз, два, три. Это было жестоко. Ну и пользуясь случаем, хочу передать вызов Александру Бабову, Ивану Горькавому и тебе, Влад Киреев, стоящий за камерой. Если вы не выполните вызов за 24 часа с момента просмотра этого видео, вы должны пожертвовать $100 в фонд борьбы с боковым амиотрофическим склерозом. В случае, если вы не сделаете ни того, ни другого, вы трус и слабак. Всего хорошего.